Руководитель водоканала Ярослав Царевский доложил, что из строя вышел главный магистральный водовод, обеспечивающий водой город и 7 населенных пунктов. На устранение аварии и ликвидацию последствий брошены все силы. Юрий Поляков потребовал конкретного прогноза, сколько времени уйдет на восстановление, и поручил параллельно заниматься вопросом дополнительного обеспечения города и района водой. Кроме того, необходимо оповестить население о случившемся и обеспечить подвоз воды к жилым домам и социальным объектам. Сразу после КЧС глава города выезжает на место. Порыв случился недалеко от хутора Уташ. Здесь уже кипит работа. 40 человек, 5 аварийных машин, 3 экскаватора, 12 мотопомп. Масштаб аварии специалисты смогли оценить только когда откачали воду с поврежденного участка. На трубе диаметром 1200 мм сорвало техническую пластину. Когда-то в свое время Таманский групповой водопровод делал цементацию трубы. Они через какой-то промежуток вырезали трубу и запускали туда такой аппарат, который делает цементацию внутри, чтобы более долгий срок она прослужила. Вот эту латку вырвало. Это она примерно метр шириной, 4 метра длиной. По поручению главы города временно подключили запасную нитку водовода диаметром 500 мм. Но этого объема хватило только на дома, стоящие в низинах. Для тех, что выше, недостаточно давления. По словам главного инженера, авария такого масштаба в Анапе произошла впервые за 10 лет. На ее устранение потребуется не меньше суток. Вся техника собрана, все вододувные средства у нас имеются, все, что необходимо для ликвидации аварии, у нас есть. Единственный вопрос – это вопрос времени, но тут конкретики нет особой. Мы стараемся это все сделать, постараемся в течение суток ликвидировать эту аварию. Сразу после восстановления поврежденного участка необходимо будет заполнить 2 накопительных резервуара по 10 тысяч кубометров. После этого выровнять давление в городской водопроводной сети, иначе последует гидроудар, что может повлечь повреждение центрального водопровода. И только после этого можно будет подавать воду в дома. Ольга Родина, Руслан Душевский, Анапрегион.